снова мы снова едем по нашей улице Складовский-Кюрей. Вот тут проезжаем. Такие здания здесь тоже. Это все старые здания. Это 20-х годов все здания. Модернизм, как это называется. Вот эти вот все дома. А если вон туда идти, это вот мы к костелу к нашему. Ну, мы вот сейчас едем по улице, которая имеет такое интересное название. Она называется ПЦК. Вот три буквы. ПЦК. Что такое ПЦК, я не знаю, но вот такая вот улица. Мы тут тоже пешком много часто ходили, и не пешком вот сейчас вот едем. Такая вот улица. Вообще, конечно, интересно. Вот все исчерчено вот такими вот буковками какими-то. Как это, я не знаю, что это за техника письма, но... Все исчертено. Все любят здесь писать. Вот такие вот дома. Жилой квартал. Сейчас где-то 5 часов вечера. Понедельник. Нельзя сказать, что много машин. Такое тоже характерное здание, такого вот серого цвета, вот все вот такое исчерченное, вот первые этажи, вот, а вот это вот наша катедра, это как бы главный костел в Катовицах, такой вот интересная архитектура, не такая вот готическая, как ну, все костелы, вот как будто вот вверх устремлены, а здесь вот такой вот костел. Ну, больше даже, наверное, вот похож на православный, что ли, вот. Ну, большой очень. Вот со школой, вот Костик всегда с классом, они ходят в этот костел. У них бывают тут вот какие-то есть мероприятия, то вот в этот костел ходят. Архикатедра это называется. А Костик вот ходит туда, вот в школу, вот сейчас вот там, вот вправо. Ворот, вон там школа. О, вот машина Элька едет. Костя тоже когда-то на такой машине ездил. Это тренируется, ездит на водителей. Вот с такой буквы Элька, и они, значит, разъезжают по всему городу. Стойка не попадалась от машины, но она у меня постоянно что-то попадается. Вот здесь как когда-то это было советское торгпредство, представительство торговое в Катовицах, вот это вот здание серое. Сейчас тут что-то я забыла, что это. А вот, кстати, вот там школа Костина справа проехали. Вот это поликлиника. Здесь когда-то, вот в этой поликлинике, было гестапо. Такое вот интересное все. Было гестапо, а стала поликлиника. Светофоры. Машинки, машинки. Кстати, вот сдают экзамен на права. Сзади камерка установлена. А, это права экзамен? Все фиксируется, езда экзаменации. Ага. Человек сдает на право, может быть, уже 6-й раз. А может быть, 7-й. Да, вот Костя сдал у нас права с 4-го раза. Я считаю, это очень хорошо. Вот, выезжаем. Мы выезжаем в очень симпатичный район. Мне вот нравится этот район. Ну, вообще, это вот район называется Подыревского. Но мы называем это около трех ставов. Здесь такое место отдыха есть, называется три става. Три става. Вот здесь. Человек мог проехать еще на зеленый, но решил перестраховаться. Показать, что он знает правила. Так. А вот это вот слева, это библиотека. Очень такая большая, современная. Шленская библиотека. А справа, ну, конечно же, банк. Немецкий какой-то. Здесь очень много банков. Ну, как и везде. Показываю, что тебя фиксируют, кстати. Кто меня фиксирует? Ну, сзади камера.
У этой машины где цены? Да ну елки-палки, прям я не знаю. Да пусть фиксируют. Мне нам не нужна эта машина. Стоим. Вон, видите, сколько элик. Эльки так и шмыгают по дорогам. Все учатся водить. Всем нужны машины, всем нужны права. На права здесь сдать очень трудно. Здесь люди сдают по 8, по 9 раз. Вот редко кто сдает с первого или со второго раза. Вот, как я говорила, Костя сдал с четвертого раза. Но мне, например, даже это нравится, что он сдал с четвертого раза. Все-таки вот... Зеленый же. Ну хорошо, что он так вот не с первого раза сдал и уже знал свои ошибки. И во всяком случае, когда мы с ним уже сели... На красный поехал. И когда мы во всяком случае, да, вот можно конец экзамена сделать, сели с ним за машину, мне было совсем с ним уже не страшно, потому что он очень хорошо водил машину. Вот человек не сдал экзамен, кстати. Единственная ошибка стоила... Вот, да, конец экзамена машине. Теперь. Ты думаешь? Опять. Да. Он поехал на красный. Это грубая ошибка, и экзамен, к сожалению, закончился. Да. Сейчас будет сразу же разбор полетов. И назад его уже повезет инструктор. Да. Экзаменатор. Очень обидно. Человек просто не заметил зеленый сигнал. Не знаю как. Нервы. Нервы, да. Но во всяком случае, уж если сдаешь, то сдавай нормально. Вот обычно в таких глупых ошибках и все происходит. Ну и что, он не едет? Ну он весь уже есть. Все уже. Бедный, бедный шофер. Вот. Вот это Шленская библиотека. А, тут за Костиной головой не видно. Простору вот как-то много, вот как-то вот свежий воздух. Вот. Я еще все время говорила, Костя, ну все нам здесь где-нибудь вот не дали вот маленькую квартирку на природе, потому что здесь вот за вот этими домами вот вперед, вот, которые стоят впереди, здесь начинается очень хорошая парковая зона, которая называется Чиставый. Где много зелени, где всякие дорожки для велосипедистов, для роллистов. Еще тут ходит, ну, как бы спортивная ходьба, то что ли вот так вот с палками опираются. Так, чпок-чпок-чпок, в общем, классно. Такая вот дорога. А вообще-то мы едем, куда мы едем? Леруа Мерлин. А, ну да, ну, Леруа Мерлин, это такой супермаркет. И торговый центр. Пропустили, поехали. Вот тут еще один супермаркет. Вот там Lidl. Там тоже неплохой супермаркет. И вот за ним вон там вот уже вот эта вот зона леса. Ну сейчас, конечно, еще ранняя весна, еще ничего не зелено, а так. Ой, так классно там. Там столько зелени, такие парки хорошие. Молодцы, конечно. Тут вот насчет этого, что есть где людям отдыхать, где посидеть, полежать, поездить, походить. В общем, классно. Вот уже 9:31, я заканчиваю. Катовицы Чиставы. Ну так себе. Магазин. И
этим самым? Луховец, ДОСАВ тут. А, это вот за дельтапланы. Дельтапланы, всякие маленькие самолетики, в общем-то.